Польша построит забор на границе с Украиной и Белоруссией. Дело не в борьбе с контрабандой или нелегальной миграцией. Виной всему дикие кабаны и африканская чума. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Забор этот протянется на 700 километров и обойдется Польше в 30 миллионов евро. Власти страны считают, что африканскую чуму свиней в Польшу занесли дикие кабаны из Белоруссии. С 2014 года в пограничных районах зафиксировали почти полсотни случаев этого заболевания.